2017 год в России объявлен годом экологии. К этому событию основательно готовятся во всех субъектах федерации, в том числе и в Якутии. Какая подготовка проводится в Ленском районе, расскажет Елена Парыгина. Указ президента Российской Федерации для Ленского района, в частности, вышел как нельзя вовремя. Ушли в прошлое те времена, когда экология не вызывала особых опасений. Разве что свалки были и остались на тех же местах, что и сегодня. Но в связи с приходом недропользователей экологическая тема на слуху ежедневно. Правда, программы по экологии на сегодняшний день нет. На сегодняшний день отдельный программы охраны окружающей среды в Ленске нету. Есть только подпрограмма, где по отходам есть у нас есть сумма денег, да, которые у нас уборка несанкционированных свалок. Проекты есть, подтверждает главный эколог района. Денег пока нет, но подготовка к году экологии началась. В данный момент мы разрабатываем план мероприятий проведения года. Основное внимание особое будет в этом плане будет уделяться мероприятиям, направленным на улучшение окружающей среды. Это, собственно, два самых таких основных направления. Это ликвидация несанкционированных свалок и благоустройство и озеленение населенных пунктов Ленского района. Что касается недропользователей, они вносят плату за негативное воздействие на воздух, воду и землю, не в природоохранную структуру, в казну района. Что касается местных жителей, которые тоже наносят вред своей среде отходами жизнедеятельности, то на их совести все те же несанкционированные свалки. А вот отсутствие установок по утилизации только усложняет проблему. Различные установки по утилизации мусора давно не новинка. Они не стоят больших денег. Если задуматься и поставить цель, то эту задачу решить можно. А теперь то, о чем говорилось выше, в Ленске на тех же самых местах были и остаются несанкционированные свалки. Да что там несанкционированные? Печально известные дачные свалки не убираются вовремя никогда. Почему, например, нельзя было убрать этот мусор, когда закрылся дачный сезон? Теперь груда этих отходов под снегом пролежит до самой весны. Несложно представить, что ожидает дачников, когда начнет сходить снег. Елена Парыгина, Виталий Андреев, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».